Москвичи готовятся к крещению. Один из главных православных праздников многие собираются отметить, погрузившись в купель. Врачи предупреждают, что для некоторых традиционные купания могут быть опасны и навредить здоровью. Ксения Еременко выясняла, как подготовиться к тому, чтобы окунуться в ледяную воду во время крещенских морозов. Давай, Диман, за весь IT-отдел, за всех. Раз. Да, все, вылази. Каждый год в январе в России и за ее пределами верующие и просто солидарные с ними люди ищут холодный водоем, пусть даже такой. Повторяют забытый за год алгоритм. Ныряю, потом крещусь. И в купель погружаются трижды, ну или у кого как получится. Чтобы в крещении обошлось без подобных казусов, Юля вместе с другими моржами-новобранцами заранее решает проверить себя на хладостойкость. Илюшенька, я захожу. И еще раз. Умница! Опять! Молодец! Поздравляю! Это своего рода репетиция, говорят новички, в воде не только под присмотром моржей со стажем, которых легко узнать по радостным крикам. Эйфория, счастье. Что я могу это? И куда более смелой манере заходить в воду. Кто-то в прорубь с головой, а кому-то в руку в воду опустить страшно. Ой, мамочки, холодная температура воды плюс 1,0 градусов, в воздухе минус 13, но моржи и морозы не пугают. Чем ниже столбик термометра, тем приятнее процедура. За плечами у них годы тренировок, часы прохлаждения в джакузи с кусочками льда, идеальное знание техники закаливания, но даже это не защищает от травм. Посмотрите на руке, это что такое? Это я опирался, наверное, острый, или когда толкал лед. А вы даже не почувствовали? Нет, конечно. Абсолютно антисептик, это вода, и поэтому что-то помыл и все. Не так страшны царапины, как отсутствие физической и психологической подготовки, уверен Александр. Он уже 30 лет как морж, член сборной России по зимнему плаванию, и 500 метров брасом в холодном водоеме называют баловством, а вот с ледяной водой просит не шутить. Вода очень сильно сковывает и как перехватывает дыхание. Поэтому многие не знают, что уже подходя к воде, начать нужно глубоко дышать. И окунаться нужно на вдохе. Вот это самое, потому что перехваты дыхания, страх появляется. Тяжело дышать из-за резкого охлаждения, нагрузки на сердце и дыхательные пути. Все это происходит в первые 30 секунд погружения. Сужаются сосуды, повышается давление, учащается пульс и дыхание, усиливается ток крови. Поэтому в воде специалисты не советуют задерживаться дольше минуты. Если новичок решится на рекорд, до 3 минут может получить термический шок и переохлаждение. Организм за это время станет беззащитен к инфекции, тело потеряет контроль и просто перестанет чувствовать холод. Речь идет о здоровом человеке. Последствия у людей с ослабленным иммунитетом непредсказуемы. Не стоит вообще в зимнее время года купаться, имея какие-то хронические заболевания, перенесенные инфаркты миокарда. Также это заболевание эндокринной системы, в частности, это сахарный диабет и тиреотоксикоз. Это заболевание щитовидной железы, поскольку это может спровоцировать обострение заболевания, ну и дальнейшие неприятности, такие как гипертонический криз, может быть, и потеря сознания, и инсульт. Как показывает опыт, купели идут и чтобы просто испытать себя или сделать фото в необычном антураже. А перед погружением заходят не в церковь, а в магазин неподалеку и не за святой водой. За такое не похвалит ни врач, ни тем более священник. В некоторых под градусом наоборот, будто что-то вселяется. Когда человек, попав в воду, нырнул в состоянии алкогольного опьянения под воздействием алкоголя, нырнул под кромку льда и дезориентировался, потерялся там подо льдом. Потребовался большой труд спасателей и нас, чтобы, собственно говоря, его извлечь. Но когда его извлекли, было уже поздно. Юля еще не раз заходит в воду и, довольная собой, результатом отправляется греться. Только, скорее всего, в крещение без стресса все же не обойдется. Ведь к такому ее никто не готовил. И пойдемся под луною, рядом с будущей женою, камушками цукая. Ксения Еременко, Андрей Балдин, Москва, 24.